серьезный разговор. Мы можем сегодня встретиться? Что? В чем дело, Боба? В период с марта 2001 по октябрь 2002 года до меня дошли слухи, что у вас были сексуальные отношения с Еленой Йовович. С Леночкой? Это так? Да, да. Было время, да. Шикарная женщина. Пристательная, да. Позвольте, позвольте. Но это сугубо лично. А вы, извольте, кто? Понимаете, я сегодня женился на Елене. И хочу вас попросить, чтобы вы забыли о ваших отношениях навсегда. Для меня это очень важно. Вы же меня понимаете? Да, понимаю. Ой, я забыл. Все в это время... Я еще повторю.